Салат или латук, салат латук, относятся к семейству астровые, астеросия, и виду латук посевной, лактука сатива, который делится на 4 основных типа. Кочанные салаты, среди которых известный маслянистый салат, характеризующийся гладкой и слегка зубчатой листвой, и салат Батавия с хрустящей, более-менее зубчатой листвой. Салаты ромэн. Растение имеет удлиненные листья, образуют кочаны удлиненно-овальной формы. Листовые салаты, какие не образуют розетку листьев, сердцевину, а некоторые сорта имеют очень кудрявые листья. Салат спаржевый, который культивируется прежде всего в Азии и выращивается ради его сочного стебля и нежных листьев. Важной характеристикой салатов является их способность адаптироваться к климату и временам года. Есть сорта, которые особенно устойчивы к зимнему холоду или резким перепадам температуры при жаре, и которые долго не начинают выпускать цветов. Есть виды салатов, приспособленные ко всем климатическим условиям. Опыление. Цветок салата называется цветочная головка. Цветки обоеполые, самоопыляющиеся, то есть мужские и женские органы присутствуют в одном цветке и совместимы друг с другом. Поэтому цветок алогамный. Однако существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными сортами. Причем этот риск возрастает в более теплом климате. В некоторых частях света существуют дикие сорта салата, с которыми возможно скрещивание. Чтобы избежать межсортового нежелательного скрещивания, два сорта салата выращивают в нескольких метрах друг от друга в умеренных регионах и с гораздо большим расстоянием между ними в теплых регионах. Также можно практиковать сортовую изоляцию под фиксированной противомоскитной сеткой. Смотрите этот метод в разделе об механической изоляции в основах семеноводства. Посадки разных сортов можно также распределить во времени, чтобы избежать одновременного цветения. Однако все виды салатов необходимо высеивать достаточно рано, чтобы растение успело дать семена. Цикл развития салата. Семенные растения салата выращиваются так же, как салат для потребления. Для лучшего генетического разнообразия всегда лучше хранить минимум дюжину семенников.
уделите внимание выбору семенных растений на основе характеристик сорта, его формы, цвета или срока выращивания. Иначе эти характеристики со временем исчезнут. У кочанного салата сердцевину формируют компактные листья. Салат «Батавия» имеет хрустящие и зубчатые листья. Зимний салат, как следует из его названия, выращивается в холодное время года и дает семена весной следующего года. Так он сохраняет свою способность выдерживать низкие температуры. Вы должны удалить растения, которые не имеют определенных характеристик. Вы также должны устранить растения салата, которые зацвели слишком рано и не закончили цикл своего развития, поскольку они воспроизведут только слабые дочерние растения салата. Некоторые сорта салата испытывают трудности с проталкиванием семенного стебля через головку, особенно когда головка очень компактная. Иногда необходимо помочь им, разрезая верхушку кочана, но стараясь не повредить очень хрупкую точку роста. Как вариант, вы можете удалять по одному листку, которые окружают сердцевину. Остерегайтесь влажной погоды, которая способствует гниению листьев. В этом случае их необходимо удалить. Цветущий стебель салата латука в среднем может достигать высоты до 1 метра. Его нужно подвязать к опоре индивидуально или же группами. В зависимости от условий окружающей среды, формирование семян длится от 12 до 24 дней после цветения. Цветочные головки салата расцветают постепенно, и поэтому семена не все созревают одновременно. Поэтому на одном и том же растении можно найти бутоны, цветы и семена. Чтобы определить правильную степень зрелости семян, нужно взять отцветшую головку и раздавить ее между большим и указательным пальцами. Если семена не отделяются и остаются в головке цветка, то они еще не созрели. Когда семена легко опадают с головки цветка, они готовы к сбору урожая. Самые лучшие семена находятся на главном стебле салата латука. Погодные условия оказывают большое влияние на уборку семян. Дождливая и влажная погода препятствует хорошему плодоношению. Слишком большое количество влаги делает семенные растения уязвимыми к грибковым болезням. В некоторых регионах лучше выращивать рассаду под укрытием. Семена можно собирать тремя различными способами. Сбор первых зрелых цветочных головок обеспечивает таким образом минимальный урожай. С помощью ведра, мешка или ткани
помещенных под семенные растения, постукивайте по соцветиям, чтобы семена высыпались. Можно подождать, пока созреет по крайней мере половина цветочных головок, обрезать цветоносные стержни и поместить их в большую тканевую сумку. Повесьте сумку в защищенном хорошо проветриваемом и сухом месте, и семена таким образом дозреют на растении. Третий вариант. При продолжительной непогоде во время созревания вырвать растение с корнем. Обернуть мешок вокруг корня, чтобы предотвратить смешивание почвы и гальки с семенами. Подвесить растение вверх корнем в сухом, проветриваемом месте. Большая часть семян будет продолжать созревание. Извлечение, сортировка и хранение семян. Для извлечения семян цветоносные стержни должны быть абсолютно сухими. Цветочные головки растирают руками, и большинство семян легко отделяется. Неоплодотворенные цветы дают пустые семена. Вы можете также побить цветоносные стержни в ведре или в другой большой емкости. Для сортировки семена пропускают через сито разных размеров. Потом необходимо провеять семена, чтобы удалить мелкий мусор. Семена помещают в тарелку, ручное решето и выдувают самый легкий мусор. Вы также можете использовать простой ветер. Насыпайте семена в контейнер, расположенный на земле, а мусор отделится сам по себе. Рекомендуется поместить емкость на растянутую ткань в случае случайного порыва ветра. Затем семена высыпают в пакет, куда помещают этикетку с указанием названия вида, сорта, года производства и места их выращивания. Хранение семян в морозильной камере в течение нескольких дней убивает личинок паразита. Семена салата имеют в схожести в среднем 5 лет и могут сохранять в схожесть до 9 лет и более, если семена заморожены. При непригодных условиях хранения семена салата латука очень быстро теряют свою жизнеспособность. Хорошие семенные растения могут легко произвести от 10 до 15 граммов семян.